привет, наши дорогие зрители и слушатели телерадиоканала «Страна FM». Здесь я, меня зовут Маша Новая, и это новый вечер на стране. Итак, сегодня у нас, как всегда, по будням очень классные, веселые, яркие гости. И сегодня пришла к нам в гости артистка пародийного жанра, актриса, певица, телеведущая и даже дизайнер Ирида Хусаинова! Тебя видеть. Привет, обнимашки, целовашки, присаживайся. Так, сегодня это мой трон, твой, да? Трон, мой, да. Татарский трон, хорошо. Да. Он подключен к току, поэтому иногда тебя будет продевать. Да. Если это как детектор, если я буду говорить неправду, пожалуйста. Неправду, да, поэтому только правду, ближайший час, пожалуйста. Окей, и лучше, чем веселее, это правда, тем лучше. Сразу тебе вот вкратце расскажу, чему будет посвящен наш сегодняшний эфир. Конечно же, тебе. Тебе, любимый, красивый, дорогой, яркий, лучезарный. В общем, когда Ирида приходит к нам в гости, это, наверное, сразу же, и даже прожектора в этой студии не нужны. Смотри, спасибо, еще также дорогая. Мы говорим вечером о юморе. Так. Вот, поэтому я знаю, это что наша ты человек. Самая любимая. Да, как раз из этой сферы, я думаю, эта тема тебе будет очень близка. Тогда у меня сразу же первый вопрос к тебе. Так. Вот сразу, погружаю. Есть у тебя какой-нибудь секрет или лайфхак, как научиться относиться к жизни с юмором? Вот как ты это делаешь? Потому что, как не смотрю твои фотки, ты всегда смеешься, всегда улыбаешься, у тебя всегда все хорошо. Ой, не знаю, я вот сейчас настолько в такой гармонии нахожусь сама собой, да, я вот каждое утро просыпаюсь и думаю, Господи, спасибо тебе за эту жизнь. Я не знаю, с чем это связано, возможно, даже с тем, что у меня, в принципе, достаточно позитивные родители, и мой папа, когда начинал встречаться с моей мамой, он вообще думал, что она немножко того, как бы ненормальная, потому что она постоянно ржала, вот. Это прям наше семейное, я бы сказала. Лайфхак какой есть? Я поднимаю настроение, когда я просто иду вот по улице и могу спросить, вот сейчас мы записываем новые смешные вайны, и как раз в них есть я. Ага. То есть я иду по улице, могу спросить, как у вас дела, если я вижу, что человек хмурый. Он, конечно, в шоковом состоянии, думает, девочка не в себе. Вот. Но когда уже я примерно этого человека встречаю второй и третий раз, если мы, например, в съемочном павильоне где-то находимся, то они уже меня встречают с такой невероятной улыбкой, что я просто уже такая, какая бы я усталая ни была, все равно вот мне хочется, ведь мы много очень у нас таких достаточно угрюмых людей, да? Но! Абсолютно согласна с тобой. Но, блин, но это все надо как-то, я не знаю, взбодрить. Поэтому вот мне кажется всегда, что надо как-то сохранять внутреннюю энергию и делиться ей. Вот. Ну подожди, подожди. Ну если постоянно ты отдаешь. Нет, надо же где-то ее пополнять. Откуда? Я от кого ты ее пополняешь? Как раз от этих людей. А, то есть такой взаимообмен получается. Конечно, конечно. Кстати, вот что хотела заметить. Как раз ты... Очень мне приятно, что ты правильно называешь мое имя, потому что я недавно была на эфире, это очень было смешно. Позволь, я расскажу эту шутку, это действительно очень смешно. Вот, значит, я говорю, доброе утро, значит, ведущий говорит, не буду называть канал. Доброе утро, сегодня у нас в гостях Ирида Хусаинова. Я говорю, извините, пожалуйста, Ирида. Хорошо, хорошо, да, сейчас, секундочку. Доброе утро, сегодня у нас в гостях Ирада Хусаинова. Я говорю, ой, извините, пожалуйста, я Ирида Хусаинова. Он, да-да-да, извините, сейчас, секундочку, сейчас, камера, мотор, да. Сейчас настроюсь. Доброе утро. Сегодня у нас в гостях Ирада Хусаиновна. Нет, я удивлена, что не Ирина тебя называют. Знаешь, то есть всячески, но не так, как именно нужно. Но я стараюсь, знаешь, как, чтобы запоминали мое имя. Обычно Ирида, среда, четверг, Ирида, Иринет. Вот, ну, как бы так. Вот, как раз-таки Ирида или нет. Я, друзья, признаюсь вам честно, я хотела сегодня связать и наш конкурс. И сделать такой, знаешь, Ирида или... Конечно, друзья, после 20 минут у нас есть такая традиция, у нас будет конкурс. Какой и с чем он будет связан, я сейчас, знаешь, такую маленькую паузу повешу, интригу, не расскажу, все будет потом, а пока только о тебе. Окей. Смотри, смотри, но пародии ты сейчас же уже немножечко, как бы ты отошла от этого дела, но у тебя была активная деятельность несколько, можно так сказать, лет назад. Да, 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 да. Продвигал. Расскажи, как вообще в тебе появился этот дар, когда ты поняла, что ты можешь, вот, ну, не знаю, списать с кого-то его характер, может быть, мимику, его жесты, вообще, голос. Знаешь, как случилось? Будучи студенткой Российской академии театрального искусства, в ГИТИСе я обучалась, и художественный руководитель наш курса Михаил Борисович Борисов дал нам задание, значит, снять как раз какую-то пародию на, может быть, звезду какую-то или еще чего-то. И вот одна из, наверное, моих самых таких любимых, женственных, так скажем, да, из российских наших звезд, это Анжелика Варум. И... Почему я выбрала эту пародию? Потому что у меня соседка моя приехала из Южного Сахалина и постоянно слушала эту песню. Ах, как хочется вернуться. И я вспомнила, думаю,
А почему? Вот у нас она, мы с ней очень похожи, с моей соседкой как раз были, Эльвирочкой. Так. Вот. И она так очень похоже ее делала, и я думаю, почему бы мне не попробовать? Mm-hmm. И когда я впервые вышла и на отчетном концерте показала Анжелику Варум, мастер был в шоке. Он говорит, я в какой-то момент просто перестала разделять тебя и Анжелику. Ага. То есть я действительно думала. И была но такая... Ты, подожди, ты полностью перевоплотилась? Там паричок, как надо? Нет, или только голосом? Нет. Вот на мой взгляд, техника актера, она в том и техника, что ты не меняй ничего, не одевай никаких париков, костюмов, хотя мне всегда вот от внешнего к внутреннему легче как-то находилось. И я искала именно вот актерский какой-то, то есть это же мимика, вот там, например, Анжелика Варум, да? Мы ее обязательно еще покажем сегодня. Да. Это вот такая история здесь. Вот всегда носогубка. На улыбке, да, получается? Да, всегда на улыбке, что мне очень близко. Вот, например, Нюша, это... Только не здесь, только не в этой комнате. Надо немножко растрепаться, да, друзья. Растрепаться. Для тех, кто нас слушает, сейчас это хочешь быть похожа на Нюшу, стиль. Просто растрепись немножко. Да простит меня Нюша. Ну, слушай, ну подожди, ну вот эти вот фишечки, ты сама поняла и пришла к ним? Или же все-таки вас учили и говорили, да, для того, чтобы перевоплотиться в образ, друзья, надо там внешне поменяться полностью. Ты знаешь, нет, это мы сами искали эти фишки. Угу. Мы очень долго отсматривали пародии. И что касательно, например, проекта, одного из значимых проектов в моей жизни, «Большая разница», где вот, да, был. Гран-при, друзья, заняла Ирина Хусайнова с номером, как раз-таки, по-моему, пародия «Ваенги», да? Да, ты знаешь, там было попурри. Там как раз была Варум, Цой, Царство Небесное, Жанна Фриске и Ваенга. Ага. Заканчивалось все экспрессивной Ваенгой. Да. Кстати, вот, вот с точки зрения характера и какой-то экспрессии, она мне очень близка была. Поэтому вот эта пародия, она была как раз в финале, дабы вот мне вот к этому образу разогнаться. Потому что такая невероятная харизма у этой женщины. Просто... То есть ее нельзя было начинать. К ней надо было все-таки, наверное, подготовить зал. Да, к ней надо было энергетически прийти. Но нужно заметить, что вот одна из самых сложнейших для меня пародий, это был Майкл Джексон. Мы снимали 2 месяца, потому что нужно было работать над пластикой. Не только вот мимика, да, вот как я привыкла, допустим. Да, я делала какие-то пластические, но это все-таки были Майкл такие... Майкл Джексон, конечно, это еще и танцы, вот эти специфические движения. Ты представляешь, и я 3 часа просто сидела, бесилась, потому что я не могла понять, как вот этот звук его характерный, да, да? Так. А оказывается, я пыталась музыкально попасть вот в этот, и у меня ничего не получалось, и я злилась. Вот. И представляешь, оказалось, что он таким образом сбрасывает движение. Да, и вот как он танцует и сбрасывает. И сам себе подзвучку. Да, и вот, и действительно, и дыхание у тебя уравновешивается как-то, когда ты сбрасываешь это. Поэтому те, кто делает пародию на, где, не знаю. Майкл Джексон, да, ты говори везде. Да, говори везде. Пародию на Майкла Джексона, да, вот один из характерных его, так скажем, вот каких-то фишечек таких, да, характерных, это вот как раз сброс дыхания. И это ему позволяет разогнаться и дальше... Скажи, выдавать. А ты делала вообще подсчет тех артистов, которых ты пародировала? Сколько их примерно вот было за всю твою карьеру? Нет. 10, 100, 50 тысяч, ну сколько примерно? Ну и за время учебы, естественно, тоже. А, нет, я не делала много, подсчет. Много, ну много да. было, в общем-то, и меня часто, да? кстати, задают этот вопрос, уже надо как-то задачи за это посчитать. И посчитать, ну это интересно. Да, ты знаешь, как интересно. Да, Ирида, я тебя буквально ненадолго прерву. Друзья, сейчас у нас будет небольшая музыкальная пауза, но это не значит, что вы должны куда-то уходить, переключаться. Оставайтесь вместе с нами, с телерадиоканалом «Страна FM». Ну, потому что Ирида Хусаинова сегодня у нас в гостях. Все, еще больше смеха, юмора, шуток и музыки, и пародий будет дальше. Ах, красотка, как сказать. Отличная Чика! Сегодня у нас в гостях Ирида Хусаинова. Давай, артистка, пародистка, певица, дизайнер, телеведущая. Я не знаю, Ирида, продолжай этот список. Артистка, иллюзионистка. Давай назовем сегодня. Слушай, ну когда мы говорим о пародии, конечно же, сразу же хочется попросить тебя что-нибудь исполнить. Пожалуйста. Ой, ну когда давайте исполним Анжелику Варум. О, наверное, да, одну из про которую моих мы говорили любимейших. Уже, да. Это делается вот так. Итак, сейчас, да, небольшие перевоплощения сразу же. Так, жалко резиночки нет, понимаешь? Манипуляции руками. Так, мы одеваем наушнички, да? Давай, нас, да. Нам да, будет, чтобы так. нас было слышно. Окей. И маленькую прятку, вот как ты да, делала. Да, это да. такое завли... Да, ты да, да. Так. Мы ждем Анжелику Варум. Да, друзья, я думаю, что уже можно. Все, аплодисменты, как всегда. Сам нач... О, Ирида начала раздеваться уже. Анжелика так делает, да, обычно? Я надеюсь. Да, конечно, 18+. Так. Все, мы уже предвкушаем, друзья, все, погружаемся. Анжелика Варум прямо сейчас у нас в прямом эфире.
друзья, я вам честно, вот настоятельно рекомендую сейчас включать видео-версию, чтобы наблюдать за всем, что происходит у нас сейчас в студии. Ирида просто максимально перевоплотилась, даже уже встала со стула, и мне кажется, она уже готова начинать. Все, я замолкаю. Всюду ждал и бродил со мною, словно тень. Прячешь ты глаза, словно пропастью навек скован. Сделай первый шаг, будь же посмелей со мной. Послушай, все в твоих руках. Все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я. Пожалуй, все. Слушай, это грандиозно. Ну, я тебе скажу так, Ирида, как будто сейчас вот совершенно другой человек появился. Правда? Да. То есть ты меняешься вот просто кардинально, не только внешне, внутренне. Поспорь, вот эти все оденусь. Повадки, да, вот эти все движения, это, конечно, грандиозно. Скажи, а когда ты готовилась вот к фестивалю пародии «Большая разница» в Одессе, ты уже была актрисой театра Владимира Винокура, или же ты еще только заканчивала ГИТИС? Да, дело в том, что еще в моей карьере был такой проект, который назывался «СТС. Все по-нашему». Так. Это делали уральские пельмени. Да. И как раз-таки акцент был на пародии. Ага. Дело в том, что у меня есть мой однокурсник Коля Лукинский. Собственно, он меня и порекомендовал в театр. Я пришла, показалась. И самое смешное, что Владимир Натанович говорит, значит, мне, два тебе хватит? Ну, я говорю, да, хватит. И ухожу в студию. А, он говорит, мне нужны, значит, Лайма Вайкули, Анжелика Варум, там еще куча-куча. Весь список озвучил. Да, примерно 12 человек. Вот, и я говорю, да, смогу. Он говорит, сколько тебе времени нужно? Я говорю, ну, два. Он такой... Два, давай хотя бы 7. Я думаю, ну 7 часов я в студии не готова сидеть. Я говорю, ну я, извините, я 2 часа не готова, ну, то есть 7 часов не готова сидеть в студии. Он такой, я имел в виду 2 дня. А я говорю, подождите, мне нормально. И я, в общем, пошла, и действительно его немного шокировало, нужно так заметить. Ух ты. Что действительно я вот сняла эти все пародии за количество часов, которые вот он мне дал, находясь в театре. Он, конечно, был... поражен, я так поняла, что... И, собственно, конечно, пригласил меня в труппу своего театра. Я отработала там полгода примерно, так. Может быть, месяцев 7. Ага. И дальше я уже пробовалась в «Большую разницу», ага. И, скрипя сердцем, мне пришлось расстаться с театром. А-а-а. Вот. Но параллельно в моей жизни были гастроли со Стасом Михайловым, например. Вот сегодня... это вообще отдельно. Да, ты была бэк-вокалисткой, правильно, да. У Стаса Михайлова? Пользуясь случаем, я поздравляю сегодня его дочурку младшую, Машеньку. Мы тоже поздравляем на всю страну Машу с днем рождения! Машенька, с днем рождения, девочка. Такая просто чудесный какой-то ребенок. Невероятный. Вот. И Стасику, конечно, я тоже благодарна, потому что тоже определенный путь с ним прошла. Он отпускал меня на съемки. Я тогда снялась в «Полном метре» картины «Человек с бульвара капуцинок» Алла Ильинична Сурикова. Да, вот как-то и не это... только, да, Ирида, давай сейчас мы дальше тоже заинтригуем наших зрителей и слушателей, чтобы они никуда не уходили. Сейчас мы прервемся, но обязательно скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Яркая и талантливая Ирида Хусаинова сегодня в вечернем эфире на телерадиоканале «Страна FM». Друзья, поехали дальше. Ну, кстати, помимо того, что ты умеешь пародировать других артистов, ты же и сама звезда. Ты занимаешься сольным вокальным творчеством, записываешь песни, снимаешь клипы. Ирида, расскажи подробнее. Вот сейчас над чем сейчас работаешь? Да. Ой, на самом деле у нас в постпродакшене сейчас находится один из клипов, который будет называться... Там, кстати, снялся Ванечка Чуйков. Всем известный артист. Ваня, да, привет! Играл, моя любовь, мы Ванечка, ждем привет. Тебя тоже в гостях здесь. Обязательно. Валик, кстати. Да. Ну, тебе, я согрею тебе стул. Да. Я передашь. Согрею тебе стул. Ему палочку эстафетную. Да. Вот. И мы сейчас ждем, как раз постпродакшн идет. И готовим клип на песню «Кефа Фуфи». Это одна из моих любимейших
композиции, так скажем. Ее аранжировал по новой Дмитрий Лебедев, сейчас популярный достаточно аранжировщик. Вот. И могу ее исполнить. Да, пожалуйста, мы просим тебя. Все страны с нетерпением. Давай. Кипафофи, а как это переводится на русский? Это то, что я напевала ему на ушко, так скажем. Вот такое вот. Такая интимная, романтичная, да? Ну, не сказала бы. Скорее, это о том, что не нужно никогда переживать. Каждый человек вот приходит в жизнь, да, мужчина, например, я так воспринимаю, но он какую-то роль сыграл и идет дальше, и не нужно за этим как бы вот тянуться, умирать, подожди, я еще не договорила, а отпустить с любовью и принять его выбор. Окей, вот. Круто. Ирида, позволь, вот я тебе скажу, вот порядку, чуть-чуть, я знаю, как это важно для девочек, потому что потом посмотришь на запись и скажешь, Маша, почему ты мне не сказала про Маша? Эту прядь? Так, поэтому, солнышко, давай, ты будешь моим зеркалом, да. Дорогая, смотрю в твои глаза. Все, шикарно, вот так, сейчас все хорошо? Отлично, да, ну, супер. Хорошо. Все, поехали, начинаю. Ты здесь со мной, и это белый танец, Солана над землей. Танцую в шумном зале, твой выдох, мой вдох, прикосновения, ритмы, но ты не мой. В душе играют скрипки, кифа-фу-фи, кифа-фу-фифа. Я напеваю рядом с ним, но в сердце нету ритма. Кифа-фу-фи, кифа-фу-фифа. Я напеваю рядом с ним, но в сердце нету ритма, мама. Но в сердце нету ритма, мама. Но в сердце нету ритма, мама. Но в сердце нету ритма, мама, мама. Кифа-фу-фифа. Браво! Это круто, Ирида, но ты сама говоришь, что расшифровывается как напеваю любимого рядом с ним, на ушко, да. Рядом но с ним. Но в сердце нету ритма уже, то есть я отпускаю его. Подожди, а кому ты посвящаешь эту песню? О, давай нет. Вот с этой стороны зайдем. Нет, ну потому что этот человек, он реальный, он существует, он вместе с тобой, и ты для него поешь. Да. Но всегда же артист должен думать, о ком он поет. Или, в принципе, это не обязательно. Ты знаешь, есть люди, которые садятся и пишут. Вот я не из таких людей, хочу заметить. Я как раз-таки из тех людей, кто сначала переживает эту ситуацию, да. А потом ее, собственно, вот воспроизводит в песне. Подожди, или текст в стихотворении. Текст твой. Да. Авторский. Да, это еще тоже. Ценнее, друзья. Подожди, когда выйдет клип, где можно будет его смотреть, скачивать? Очень надеемся, что клип выйдет весной. Вот, а осенью будет песня «Осень». Знаешь, как логично. Осень. Зимой зима. Да. И песню «Осень», к сожалению, я сейчас не могу, потому что она у меня на акустической версии сейчас. Так бы, если было фано, я бы, наверное, играла песню «Осень». Потому что вот ее почему-то очень ждут мои зрители. Ну подожди, осень у нас еще октябрь, да, ноябрь. Мы тебя еще раз пригласим с премьерой песни «Осень». Ой, да, это было бы классно, кстати. Обязательно. Я тебя уже сейчас, да, и приглашаю. Ирида, смотри, но помимо всего прочего, ты же еще и телеведущая, друзья. Подожди, про пародийный твой талант поговорили, про музыкальный тоже. Про телеведущую. Коллега. Коллега, вдвойне приятно. Мы подготовились к твоему приходу. Посмотри, что это. Просто как родные, понимаешь? Ирида ведет... Для всех, кто не знает, может быть, не посвящен, русское лото. Сколько лет уже в этом проекте? О, мы сейчас, на самом деле, перешли на другой продакшн, и я переписала контракт. Ну, вообще, сейчас ну, называется по-другому программа, она не называется важно. «У нас выигрывают». Да. Так. А так, в целом, наверное, лет 8. Ого-го, да, через 2 года это уже десяточка. Ты знаешь... Когда ты так долго работаешь, ну, наверняка тебе это знакомо, когда ты так долго работаешь в одном коллективе, это уже становится больше, чем работа. Это конечно. Семья, это ценности какие-то определенные, устоявшиеся какие-то традиции. Это очень круто. И я прям благодарна Вселенной, что она мне дает такие в жизни проекты, которые в моей жизни потом еще очень-очень... Я приобретаю там друзей, я приобретаю там наставников. Это очень круто. Класс. Тем более, что я веду эту программу с художественным руководителем своим курса Михаилом Борисовичем Борисовым, который
который я вы безумно не люблю. Он мой сенсей по жизни, и я просто счастлива. Все, давай тогда сразу же переходим к нашему интерактиву. Так. Я думаю, ты умеешь обращаться с этой штукой, друзья. Это лототрон. Там есть специальные шарики. Посмотри, где есть там отверстие, чтобы открывалось. Итак, крути несколько раз, достаешь один шарик. И, собственно, я задам тебе вопрос, соответствующий этому числу. Давай, один доставай, потом закрывай это отверстие. А то все шарики выскочат. Все, раскручивай и называй мне цифру. Да, с двух сторон раскручиваем. У нас все автоматизировано. Ой, ничего не решаем. Простите, у нас еще туда не дошло. А здесь ты видишь все в моих руках, как сказал Леонид Агутин. Цифра 2. Прекрасно. Назови, пожалуйста, две свои любимые школьные учительницы. Это быстро, Светлана, давай. Светлана Викторовна, Елена Викторовна. Все, отлично, бросай шарик на землю. Прям да, давай, бросай, все, поехали дальше. Следующий. Боже мой. Итак, крутим, достаем. А это надо быстро, да, отвечать? Да. То, что не сказала, это же моя фишка, говорить быстро. Говорить иногда быстро, не успевают даже зрители понять, о чем речь. Так, следующий шарик дальше. И номер. Номер. Один, первый. О, называй самый нелепый случай, который был на сцене. Помнишь его? Самый нелепый за кулисами могу назвать, когда меня перепутал балет Варум. Мне так страшно всегда кидать. Балет Варум и позвал свою гримерку. Я захожу, и у меня была в парике, и говорю, и тебя вылечат, и меня вылечат. И ха-ха-ха. Мы до сих пор помним этот случай, когда действительно я иду прям по Останкино, и говорю, сюда, Анжелика, мы здесь базируемся. А я просто захожу, думаю, а чего бы не зайти? Ну да. Это крутой случай. Да. Все, листаем дальше. Крути-верти. Кручу-верчу, запутать хочу. Итак, следующий шарик и номер. Так, один и два, как ты себе представляешь, достались рядышком. Четыре, отлично. Четыре ненавистных кулинарных блюда или продукта. Бросай туда, где мягко. Я знаю, я сейчас расскажу. Что ты ненавидишь? Вот некоторые, я знаю, оливки, рыбу. Можно готовить? В принципе, готовить с детства. Чак-чак, не люблю. Почему? Потому что, когда мы в детстве готовили, нам надо по трудам было что-то готовить. Подруга моя Наташка пришла ко мне готовить на кухню. Мы готовили, значит, и постоянно почему-то вот так вот все... у нас взрывалась в кастрюле. Я говорю, Наташка, держи. Я прихожу, мама приходит с работы, я говорю, мама, мы чак-чак делали. И чак-чак очень странно мало получилось. Я говорю, мамочка, а мы чак-чак делали. Я говорю, а где муку нашли? Я говорю, так вот же, а это же, говорит, крахмал. Я поняла, что мы все в ожогах, понимаешь, все в ожогах. Вот так вот чак-чака. И мы еще его ели, понимаешь, да? Так, подожди, но ты не любишь чак-чак. Что еще? Еще три давай, надо же четыре назвать. Так, не люблю оливки. Так, и не люблю гороховый суп. Я, кстати, тоже его терпеть не могу. Все какое-то музыкальное, правда. И последнее, подожди, четвертое. А, четвертое еще нужно. Что же я не люблю? Я не ем свинину, ну, как бы. Вот, все, отлично, ответила. Давай, крути. Мясо, кстати, я мясо не ем. Мясо, ну, не любишь, не ешь. Просто не люблю никаких соображений. А ты вегетарианка, скажи? Или? Ты знаешь, я просто не ем мясо. А, просто не ешь мясо. А рыбу ешь? Рыбу ем. Все, хорошо. Все, друзья, сегодня раскрываем все секреты. Не считается. Итак, какой номер? Номер. Все, ты не закручивай, понимаешь, просто, я не могу, просто я, вниз. Везде порядок нужен. Три, кудри. О, три, отлично. Любимые три книги или три автора, не знаю, три произведения. Рэби Блэк, три энергии. Сейчас, почему-то про психолога вспомнил. Ремарк, ночь в Лиссабоне. И, конечно, «Сто лет одиночества». О, да, кстати. Да, я люблю очень. Это круто, да, недавно прочитала. Все, друзья, записываем и едем дальше. Давай, у нас есть еще несколько шариков. Все, доставай. Блин, как классно, когда ты тут управляешь всем этим, а? Ну, конечно, обычно же ты всем этим управляешь, да? Класс. Теперь можешь немножко расслабиться. Пять. О, отлично. Отлично, Пять любимых фильмов, которые ты, может быть, смотри, может быть, просмотрела в последнее время, может быть, что-то из того, что вот культовое тебя поразило за всю твою жизнь. Мне очень понравился фильм «Артист». Угу. Это вот один из таких, наверное... Артист. Да. Фильм, а потом вот из новых, да, вообще тут одно время нечего было смотреть в кинотеатрах. И вот действительно «Уравнитель» мне понравился. Ух ты. Достаточно интересный фильм. Вот, из современных, наверное, мой самый любимый фильм, самый, наверное, да. Неважно, это «Любовь и голуби», потому Ух что ты. Если мы берем... Я фанат просто «Дорожное царство» и «Небесное». Невероятная актриса, невероятной харизмы и в жизни, и в творчестве. Просто... Я вот просто вот ее фанат, и все... Если бы ее больше снимали, на мой взгляд, кинематограф мог бы просто сейчас... Я могла просто на коленях стоять и аплодировать кинематографу. Я тоже обожаю потрясающе, эту актрису, потрясающе, да. Просто невероятно. Это вот один из моих самых любимых, пожалуй, советских фильмов. Угу. Вот как раз-таки потому, что вот она там играет одну из главных ролей. Круто!
Ну и все, пожалуй. Но это было три, подожди. А я сказала три, да? Да, только три. А нам надо пять. Она еще надо два, пять. Надо нас собирать. Я даже не знаю, солнышко, я в кино не хожу. Но я надеюсь, фильм, который выйдет. Кстати, мы... Может быть, тот, в котором ты и снялась. Ирина, ну ты скромная, конечно. Я все жду и жду, когда же она свои фильмы уже назовет в этом списке. Я надеюсь, что у нас все получится. Тоже фильм находится в постпродакшене. Мы его очень ждем. Есть, конечно, несколько нюансов, которые приходится переписывать. И постпродакшен длится уже целый год. Но мы очень надеемся, потому что режиссер принял решение, что он оставляет в фильме мое имя и фамилию. Для меня это было безумно ценно. Ух ты. Да, просто неожиданно. То есть, подожди, ты играешь сама себя, получается? Ну, героиня зовут Ирида Хусаинова. Да, или но, как-то... Да, но она недостаточно такая характерная, так скажем, героиня. Потому что все героини, они такие достаточно амебные. А-а-а. Вот, вообще, вот с точки зрения, мне кажется, вот другие, они всегда бедные, такие вот все. Я так тебя люблю, я так хочу с тобой. Друзья, но это все совершенно не про Ириду. Поэтому оставайтесь вместе с нами, еще больше энергии от этого светлого человека вы увидите и услышите на телерадиоканале «Страна ФМ». Друзья, но с этим человеком время летит просто незаметно. Вообще столько вопросов еще у меня есть, которые я хочу задать. Ирида Хусаинова сегодня вместе с вами. Маш Новая, как всегда, друзья, вечерний эфир на телерадиоканале «Страна ФМ». Только что мы говорили о Лото, об этом большом грандиозном проекте. Но смотри, я знаю, что сейчас и твой Инстаграм, все твои мысли заняты тем, что ты дизайнер одежды, тем, что ты постоянно что-то придумываешь. У тебя несколько шоурумов. Расскажи, как ты со всем этим справляешься. Ты знаешь, у нас вообще удивительная сейчас история произошла. Нас пригласили на неделю моды в Париже. Для меня это, конечно, было какое-то грандиозное событие. Внутри меня бушевало что-то из разряда, за что я такое заслужила, за что мне такое, да? Вот. И возвращаясь к фильму, который был снят, интегрировали в фильме мой бренд High Art. Так. То есть в фильме будет, как помните, фильм... как же он, господи, Екатерина Пушкарёва, «Не родись красивой». Там был бренд «Зималета», а вот только у нас тоже история про дизайнера, вот, но бренд будет интегрирован мой в этот фильм. И, конечно, для меня это мое дитё, моя отдушина, моя любовь, вот все, что я ношу, все свое. Все это на себе, да, сейчас? Да, и кофточка, и пиджак. И боди, давай сейчас как всё. Это, знаешь, как на подиуме. Элегантные брюки превращаются. Мы это потом нарежем отдельным роликом пустим. Да. Ты знаешь, слушай, это ну вот... Подожди, клетка же сейчас вообще в тренде этого конечно, сезона. Детка. А что еще? Что детка. Еще, Ирида? Ну, на самом деле клетка. Вот, клетка. Да, во ты очень правильно заметила. И мне очень нравится, кстати, тренд. Еще цвет марсала, но он уже больше такой вот отходит. Потом темно-зеленый. Марсала это какой? Прости, пожалуйста. Марсала это вот такой красный, вроде как сиреневый. Нет, такой вот бордово-сиреневый. Такой вот с переливом. Подожди, а красный? Красный, сейчас очень зеленый. Много одежды. А, зеленый с красным сочетание. Мое круто. Любимое сочетание. Я думаю, что мне придет на да, зеленый с красным? Да, все, очень логично. Круто. Ты в тренде, детка. На самом деле, еще вот как раз шотландская клетка, она, собственно, и подразумевает. У нее есть и зеленый, и красный. В принципе, наверное, поэтому она вот как бы так вот интегрирована сейчас. Вот. И что еще хочу сказать про High Art. Это, наверное, что все, что мы делаем, я... на себе тестирую, вот, смотрю реакцию, в частности, мужчин, потому что все-таки мы женщины, конечно. Все-таки для мужчин любимых, да, потрясающе. Как без них бы скучная жизнь была, правда? Абсолютно согласна. Ирида, ну подожди, все, ты тестируешь на себя. Как вот сейчас наши зрительницы, слушательницы едут, где найти, где шоу-румы, поделись адресами? Все, то есть мы раньше располагались на Цветном, на Рублево-Успенском шоссе, сейчас я собрала все, и мы сконцентрировались на дизайн-заводе «Флакон». Круто. Да, там вообще достаточно атмосферное место. Там большой шоурум, да? Да, там большой магазин, шоурум, где даже что-то мы можем где-то подшить, подобрать, если вдруг по фигуре круто, не подходит. Круто. Да, очень мы вот этого долго добивались. Я очень хотела именно на дизайн-заводе выставляться. И вот магазинчик открылся буквально 2 года, наверное, назад. Уже как быстро время летит, я уже говорю, уже 2 года прошло, боже. Так, подожди, открылся на дизайн-заводе 2 года только. Да, а сколько вообще, в принципе, твой бренд живет? С какого года? Вот когда ты его придумал? 4 года. 4 года. 4 годика ему, да. Слушай, ну вы уже большие. Да, в апреле будет 5 лет. Ну как раз и ближе к юбилею вас и пригласили. Да, видишь, как все развивается. На самом деле мы планируем, вот я немножко поделюсь нашими планами, мы планируем входить все-таки на европейский рынок больше. И есть уже предложение по этому поводу. И вот думаю, что... Да, не буду говорить. Нет, ты знаешь, можно говорить, и будем материализовывать все наши мысли. Да. Можно, рассказывай все секреты. Я все-таки проанализирую, я их...
проболчу, потому что это такие контракты достаточно длительные, и они... Дело в том, что когда мы, например, заключаем контракты с нашими, это одна история, да, потому что мы здесь, в России, находимся и так далее, а когда это какие-то зарубежные контракты, это все очень непредсказуемо. Ну, то есть... подожди, зарубежные... Но в России-то останется? Ты же дружишь со многими артистами, звездами, они же одеваются в твои коллекции. Как это вообще ты останешься? Для меня, кстати, это очень ценно. А еще для меня самое ценное, это когда артисты не знают, что, чью одежду они носят. И потом где-то на площадках мы встречаемся, я говорю, ой, ты в моем платье. Это же мой пиджак! Да, мой пиджак, снимай, детка! Да, Игорь, это твой? Да, действительно, очень часто на ТНТ. Ирида Хусаинова, это я! Мне нравится. Так круто, что у вас передачи можно называть каналы, можно называть бренды, можно... Ой, очень круто, классно. Знаешь, было бы странно, если бы мы говорили вообще без деталей. Ну да, я там одежду, значит, выпустила. А я вот сейчас внутри себя поймала себя на мысли, что я сдерживаюсь, чтобы не назвать бренд. Я сдерживаюсь, чтобы не назвать какой-то компанию. Это все вот эти вот шорты, понимаешь, на всех каналах нас заштудировали и запугали. Подожди, еще одна из важных вообще этапов твоей жизни, деятельности, развития – вайны. Расскажи, интернет. Ты говоришь, что ты снимаешь вайны. Подробнее расскажи. Вот, сейчас я вам подробно расскажу всю свою боль. В общем, дело в том, что мне мой SMM-менеджер, который занимается продвижением аккаунта HiArt, она говорит, слушай, давай, ты актриса, певица, пародистка, делай, давай, реально. Вайны, я не знаю, где вайны. И ты знаешь, я стала записывать вайны. Угу. Придумала, что я не буду блогером, я буду блохером. Блохер Хусаиновна. Ну, как бы, не до блогер, так скажем, да, потому что я не претендую, в принципе. Вот. И, знаешь, я записала несколько вайнов, их записывала. Это достаточно сложный, трудоемкий процесс. Угу. Я не ожидала просто такой вот, что нужно быть таким включенным. Это постоянно, подожди, нужно придумать снимать, о чем ты будешь говорить. Написать сценарий, снять, так как ты, смонтировать. Блин, знаешь, как это делается, и ты такая, типа, крупный план на восьмерку, общий планчик, и ты не можешь просто снять. Вот а так. Кто тебя снимает? Есть человек, я который... Я сама себя. Монтируют, конечно, у меня отдельные люди. Да, и вот сейчас вот я обратилась тоже к авторам, потому что хочется это делать круто, а не просто там, конечно, типа, вот это там придумал. Но дело не в этом. Дело в том, что я запустила, поняла, на крайнем видео у меня было 40 тысяч просмотров, без рекламы, без всего, без... Я поняла, что это могу, поставила галочку и пошла дальше. Значит, я ушла, извините, я не буду блогером. Вот. И потом активность очень сильно упала. Она говорит, почему, давай возобновляй. И сейчас мы придумали достаточно интересный проект. Есть такой гример, Витя Тамбовкин, он занимается пластическим гримом, у него своя студия Мэрилин, да. Так. И мы придумали с ним очень клевый проект, и сейчас мы его пишем. Он прям вот на этапе создания, как раз сегодня у нас тоже мы снимали очень много всякого интересного. И он будет связан как раз тоже с перевоплощением. Ага. Я надеюсь, что я не говорю «оп», пока не перепрыгну, но все-таки Но я желаю тебе удачи, чтобы все сложилось. Ну а вот ты сама говоришь, а что дальше? Мы это попробовали, и нужно дальше идти. Какие у тебя еще, может быть, планы на будущее? Потому что, понятно, ты уже актриса, ты певица. Да. Может быть, хочешь себя еще в какой-то роли попробовать этой жизни? Ой, да мне страшно, солнышко. Мне правда реально страшно, потому что иногда, когда я уже понимаю, вот у меня же было еще ателье свое. Вот. У меня было свое ателье, и когда я поняла, что я уже вообще не ложусь спать из... Вот прям вот вообще. Да, вот исходное слово это оно. Так. И я поняла, что все. И самое смешное, что я просто практически отдала... Даже я даже не буду называть сумму, потому что она безумно смешная. Девочке, дизайнеру молодому, совсем полностью с оборудованием. Ну, подарила, можно это так назвать. Да, действительно, это так называется, потому что все, кто узнает, то есть теперь где-то твое ателье живет, и ты... Да, 1905 года в центре Москвы я отдала девочке, да. И я не жалею ни одного дня, потому что у меня появилось хоть чуточку свободного времени. Ты знаешь, что удивительно, раньше я... как бы такая, я хочу, я бегу, я не могу. Так. Сейчас вот настолько я внутри себя спокойна. В гармонии, что, в равновесии. Я не знаю, и это так круто. И ты знаешь, что я замечаю? Что сейчас вообще уровень жизни нашей меняется, молодежи, потому что мы все стали следить за правильным питанием, мы все стали следить за своими мыслями. А вот, кстати, об этом, Ирида, мы продолжим сразу после музыкальной паузы. Друзья, будет у нас финальный небольшой выход, поэтому дождитесь, пожалуйста, секретики от Ириды Хусаиновой. Да. Один на всю страну, телерадиоканал «Страна FM», ну и, конечно, одна на всю страну, на вообще всю планету Земля. Ирида Хусаинова сегодня у нас в гостях. Ирида, ну вот мы с тобой в прошлом выходе заговорили о твоих всяких секретиках, о правильном питании. Ой. И вот я сейчас просматриваю твой инстаграм-профиль и вижу здесь такая штучка, раздел «Утро на вкус».
что это такое? Это мое любимое утро. Там я делюсь рецептами ПП. Как готовить без сахара и очень вкусно. Сырники, я не знаю, там какие-то рулетики. И я возвращаю сейчас эту рубрику, вот как раз возвращаюсь к тому, что действительно я поняла, что я могу это делать, поставила галочку и перестала публиковать вообще что-либо. Активность Инстаграма упала у меня, потому что, соответственно, я ничего там не выкладывала. Вот, а сейчас вот я возвращаюсь в эту историю и вновь возобновляю рубрику «Утро на вкус». Поэтому, друзья мои, аккаунт называется Ирида Хусаинова. Да. Хэштег «Утро на вкус». Пожалуйста, пользуйтесь рецептами, потому что я делаю это исключительно для вас. И на самом деле, сейчас я слетала во Францию, в Италию, в Сочи, и я тоже записала куча блогов, которые сейчас как раз тоже находятся в продакшене. Да. Хочу поделиться. Но как раз таки мне говорят, Иридусь, это очень сложно, раскручивать YouTube-канал, это безумно сложно. Я понимаю. И я не огорчусь, если вдруг кто-то не будет смотреть даже. Просто я это делаю настолько от души, я хочу быть полезной людям, что, в общем, будет круто, если вы будете туда заходить и, в общем, подписываться. И, кстати, прям... да, друзья, немедленно сделайте это. Ирида Хусаинова. Здесь у тебя уже 11,5 тысяч подписчиков, поэтому быстро, да. Я думаю, после сегодняшнего эфира должно быть еще больше. Я так благодарю, да, я так благодарю их, потому что они настолько активны и позитивны, и постоянно вот как классно, что вы там какой-то мантру, там еще чего-то. Очень классно. Комментируют, да, активно. Да, очень активно. То есть вот под одним постом, может быть. И ты общаешься со своими, да, вот подписчиками? Да, обязательно. Я их всех очень люблю. Кого-то уже знаю, кто-то уже выиграть постоянно в конкурсах, которые я провожу. Вот. И это, конечно, очень ценно для меня. Ценно, что, например, есть партнеры, которые ни для кого не секрет, да, мы что-то делаем по бартеру. Понятно. Вот. Я, кстати, денег за рекламу не беру. Да, это мое пока принципиальное. То есть я... Нет, принципиальное слово «пока», мне кажется. Пока, пока. Молодец. Татарский вариант сейчас прозвучал. Вот. И я где-то делаю, например, что-то по бартеру, но именно только того продукта, который я знаю сама, понимаю и который мне самой интересен. И очень круто, что моя реклама, вот многие говорят, что больше работает, например, чем у продвинутых каких-то там блогеров, у которых 200 тысяч подписчиков. И действительно приходят повторные вот эти вопросы по бартеру, потому что работает реклама. И удивительно, конечно, для меня. То есть я, видимо, экспертом являюсь в каком-то вот мнении для моих подписчиков. Мне кажется, подожди, ты эксперт абсолютно в разных областях. Вот, кстати, по поводу того, что, смотри, ты и как бы телеведущая, и певица, у тебя и свой модный бренд и так далее. Никто не говорил такого, что нет, надо заниматься чем-то одним в жизни, и тогда достигнешь успеха. Или же все-таки можно в этой жизни усидеть сразу на нескольких стульях? Вот как ты думаешь? Ну, потому что я приверженец, как и ты, второго варианта. Да. Да. Мне кажется, что у нас сейчас время универсальных людей, когда можно заниматься разными, но смежными областями. Вот что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, я абсолютно с тобой солидарна в этом вопросе, но, конечно, очень много людей, которые считают совершенно обратную точку зрения имеет. Но тут я хочу заметить, что это достаточно утомительно все-таки. Одно и то же, одно и то же, да? Но, как сказать, утомительно с точки зрения того, что у тебя очень мало времени остается на себя саму. Поэтому к чему я призываю вообще, в принципе, вот слушателей наших, зрителей, да, именно вот кайфовать от процесса. Мы всегда думаем так. Вот подпишу контракт с Первым каналом, вот начнется жизнь. Вот заработаю там энное количество денег. Куплю себе Феррари, вот начнется жизнь. Вот будет, рожу детей, вот будет класс. Это все абсолютно не работает. Работает только здесь, сейчас. Вот я, например, находясь в студии, сейчас своя абсолютно счастлива и кайфую от тебя такой невероятно красивый. Круто, я от тебя кайфую. От того, что здесь родные наши камеры, да, ребята работают, звукорежиссеры, операторы. Это очень круто, потому что вот этот момент здесь и сейчас, его так сложно поймать, ну, и больше сложнее его удержать. Поэтому я советую всем максимально погружаться в момент. То есть круто, вот здесь и сейчас. Ирида, спасибо тебе огромное. Я думаю, что именно на этом призыве, именно на этих словах мы закончим сегодняшний эфир. Друзья, сегодня у нас была потрясающая девушка Ирида Хусаинова. Спасибо тебе, обнимаю, целую. Муа! Единственный в России музыкальный информационно-развлекательный телеканал с синхронным вещанием в FM-диапазоне.